В Совмине прошло четвертое заседание правительства республики, посвященное проблеме уборки мусора в Симферополе. Представители городской администрации отчитались о том, что сколько улиц охвачено уборкой и сколько кубометров бытовых отходов вывезено на полигон за день. В ходе встречи было озвучено, что за сутки ликвидированы стихийные свалки с десятка улиц. В их числе Московская, Кишкеметская, Первоконная, Балаклавская. Остальные стоят на очереди. Кичкеметская 111, Футболистов 56, Нестерова 32, Залесская 91. Там была прям огромная свалка, так скажем, ее вывезли. При этом на сегодняшний день из проверенных контейнерных площадок остаются замечаниями достаточно критичными еще 28. Заседание в таком формате проводится системно в течение недели. Мониторинг направлен на определение всех болевых точек и ликвидации стихийных свалок в ближайшее время. Сегодня вечером состоится итоговый недельный отчет, на котором будут сделаны соответствующие выводы.